вот сюда идет след. И вот еще один след, что интересно. Причем это более старый, вот туда. А этот уходит дальше. Странно. Вот он сюда уходит. А, он тут с двойку сделал. Давайте дальше посмотрим. Нет, он туда дальше идет. Да. Сейчас как-нибудь обойти. Да, вот он. Он сделал сдвойку. Скорее всего, он сейчас обратно. Он обратно туда вернулся. Сейчас посмотрим. Вот, вот он здесь. Крутанул. Вот оттуда вот это идет сдвойка. Сюда. Дальше он крутанул вот туда вот. Вот он пошел, почесал прям. В припрыжку почесал. О, птичка-синичка. Вот она. Ага. Ну, здесь вот он. Тут он что-то присел, посидел, вот, ребят. Привет, ребят. Примерно 7 километров я натопал. Время к обеду. В общем, зайца у нас стало очень мало. Вот единственный след, который нашел. Ну, по нему прошел. Все, он там теряется на тракторке. Все жалуются. Очень мало зайца последние годы. Я заметил где-то, наверное, ну, года 3 уже вот так вот. А в этом году вообще практически ни одного следа. Я углубился сейчас обратно в лес. Натопался по этой пересеченке, по всей. Сейчас вот как раз, ну, все. Собственно, наверное, я просто выводы сделаю, что можно еще будет попробовать там другое, другие сельхозполя эти. А так вообще, конечно... Видимо, придется уже с гончими пробовать, договариваться и ехать гонять, если вообще он есть. Такие дела. Я говорю, время к обеду, поэтому сейчас вот самое время костерок забабахать. Ну, давайте хотя бы, я не знаю, я вот снимаю, да, зимой, вы знаете, традиционно всякие нештатные ситуации, как добыть огонь. Без традиционных средств розжига, там, без зажигалок, без спичек. Все эти материалы у меня на канале. Пожалуйста, кто не видел, ссылочки в описании. Вот. И оказывается, читая комментарии ваши, вы интересуетесь, да, но оказывается, у многих вообще возникает проблема просто развести костер даже с зажигалкой вот в зимний период, вот в низкие отрицательные температуры. Но сейчас у нас не так уж холодно, минус 15, и распогодилось прям хорошо, потому что с утра я ходил, прям серое все было, какой-то такой снежок вместе с каким-то непонятно чего, в общем, падало, шурга такая летела. Сейчас вон вообще небо синее, распогодилось. В общем, давайте сегодня, раз уже зайцев у меня не получилось, я вам покажу, как быстро, буквально вот за минут за 5 развести, ну, 5-10 минут развести костер, согреть чай. Я сегодня без термоса. Собирался, термос заправил, а выходя забыл его дома. В общем, но котелок есть.
В общем, сегодня тогда котелок, вскипятим воду прямо из снега, как я это делал раньше, я вам показывал все это. И такой лесной, настоящий, целебный чай заварим, тонизирующий. Попьем чайку. Вот. Заодно, я говорю, я вам покажу сегодня прям детально, о растопке расскажу, идеальной растопке в любое время года, что называется. Покажу, из чего, как развести правильно костер, расскажу вам о видах древесины, которую можно использовать на дрова. В общем, сегодня у нас традиционный костер, ну, также о видах костра, да, и применим мы именно конкретно сегодня вот к этой ситуации такого легкого привала. Поехали. Значит, ребят, первым делом мы, вот я сейчас нахожусь в лесу, вот там вот кромка леса, поле идет. Первым делом нужно определить костровое место будущее. Вот, допустим, да, здесь вот, здесь довольно такой закрытый лес, но ветер есть. Ветер с запада, вот оттуда примерно идет. Поэтому, если, вот, допустим, я здесь наметил себе вот такое бревнышко, на котором я буду сидеть, мы его сразу готовим, очищаем. Ну, снега в лесу-то не так много. Здесь тоже все это дело хозяйство расчищаем, чтобы ходить было удобно. И примерно вот так вот здесь готовим костровое место. Что значит готовим? То есть мы просто расчищаем снег, причем желательно делать экран, то есть с той стороны, где вы будете сидеть, в данном случае вот это бревно, вот здесь вот лучше навалить такую небольшую кучку, то есть сделать тепловой экран. Много не сделаешь, конечно, но так, маленько подзавалить вот это вот и разгрести вот тут вот. Тут хорошо, прям практически до земли. Сейчас вот я вот так вот счищаю. И это место не должно быть слишком близко к вам, потому что ветер гуляет по лесу неоднородно. Могут лететь искры, опять же дым, языки пламени и так далее. То есть так, чтобы он вам не испортил одежду, не летел в лицо, в глаза. Ну, примерно вот так вот. То есть все, наметили костровое место. Значит, если вы находитесь где-то на более открытых участках, то следует поискать логи, овраги и разводить костер в таких местах, то есть в низине. Разумеется, в чистом поле разводить костер не имеет никакого смысла. Это только в каких-либо, скажем так, экстремальных ситуациях, когда он просто необходим, без него никак. Значит, давайте сейчас место мы наметили. Сидеть я буду вот там вот. Сейчас я ружье поставлю, что я с ним таскаюсь. Вот так вот. Пока. И сейчас мы с вами займемся растопкой. Береста, друзья, является идеальной растопкой в любое время года при любых погодных условиях. Даже в сильный дождь вы все равно ее подожгете, она будет гореть, причем долго гореть и максимально отдавать тепло. Благодаря тому, что в ее основе, в ее составе содержатся дубильные вещества. Но что делать, если, допустим, ну так оказалось, что вот в той местности, где вы находитесь, берез нет. Я вам сейчас покажу второй вид идеальной растопки. Если в лесу, в тайге преобладает вот хвойные породы, и ну так получилось, что березу вы нигде не нашли, бересты снять неоткуда, даже передвигаясь попутно, вы ее не нашли, то не проблема, есть второй вид растопки, это смола хвойных пород деревьев, ель, сосна, пихта, кедр и так далее. Смола тоже является прекрасной растопкой, идеальной, можно сказать. Это фактически канифоль. Она тоже очень сильно отдает тепло, горит долго. С помощью нее также можно без проблем
разжечь костер, затопить дрова, разжечь костер. Смолу можно собрать как руками, опять же, также с помощью ножа. Смола, ребят, в данном случае вот еловая, это живица. О полезных свойствах живицы я уже рассказывал. Опять же, материалы на канале есть. Ссылочка в описании, изучайте. Все очень подробно. Для чего, как и зачем. Как я уже говорил, смола также является идеальной растопкой в любое время года. Без проблем с помощью нее разжечь костер не составит никакого труда. Помимо растопки нам же нужно будет сразу подкладывать, разводить костер. И вот для этого идеальным средством в любое, опять же, время года будут служить вот такие вот нижние сухие ветки, опять же, хвойных пород деревьев. Ну, в данном случае это вот ель. Соответственно, с ели проще всего их собрать, потому что они, ну, частенько растут внизу. И вот эти вот ветки, они всегда сухие. Их еще называют лесной порох, потому что действительно вспыхивают они очень быстро, занимаются, выделяют достаточное количество тепла. И вот с помощью таких веток дальше, уже когда огонь разгорится, можно запросто подкладывать дрова, причем даже довольно сырые. Это все будет очень хорошо, займется и будет гореть. И опять же очень быстро. Нам достаточно просто их вот снизу вот так наломать, собрать, они все уже мертвые, дерево вы никакого вреда не причиняете, а даже наоборот, удаляете лишнее, соки сюда уже и так не поступают, просто собираем и относим к костровому месту. Как правило, костровое место, оно и выбирается, ну, где-то близ вот таких вот елок с лесным порохом. Почему еще следует отдавать предпочтение сбору именно вот такого хвороста, то есть лесного пороха, именно с нижней части дерева? Да потому что кроны деревьев наверху, они защищают как раз нижнюю часть от попадания влаги, дождя, снега. И поэтому вот эти ветки, они всегда практически остаются сухими в любую погоду. То есть наиболее оперативный способ разведения костра с помощью них. Но что делать, если, допустим, вот опять же, вы находитесь в массиве, где преобладают лиственные породы, береза, ольха и так далее. То есть вот лесного пороха с елок там не собрать, да, с пихты, с елки не собрать. Ну что ж, есть другой вид такого же практически лесного пороха. Это вот такой вот березовый хворост. Вот такой вот березнячок, который очень легко ломается, его легко собрать, но лучше не со снега снизу, а где-то вот он застревает на соседних деревьях, от ветра падает, застревает. Вот это вот тоже является отличным растопочным сырьем для костра. Это очень сухие веточки мелкие, которые также очень хорошо занимаются, дают тепло для разведения костра, опять же, в любых погодных условиях. То есть, если нету еловых веток этих, набираем вот такой вот хворост. Ну, вы скажете, все эти хворост, порох лесной, это все понятно, а что с дровами будем делать, дрова-то где будем брать? Да все очень просто, ребят, находим какую-либо прямо стоящую сушину. В данном случае вот эта вот елка, она не такой толстый ствол, но нам таких дров будет для данного костра достаточно, чтобы чай подогреть. Почему прямо стоящая? Да, опять же, наверное, понимаете, потому что если где-то это заваленное какое-либо дерево, либо, ну, вот там валежник какой-то, брать его не следует,
Потому что вот сейчас хорошо, сейчас морозится сухо, а бывает так, что зимы такие, знаете, теплые оттепели, все это тает, намокает. Вот прямо стоящие вот эти вот сухостой, да, он практически всегда сухой внутри. То есть это также является не сама древесина, потому что о древесине мы с вами поговорим, какую лучше всего использовать для того или иного вида костра. Но в качестве дров является именно прямостоящие деревья, вот сухие, идеальным вариантом. Вот сейчас мы ее с вами завалим, причем опять же руками. Главное, ребят, перед тем, как мы это будем делать, потрясти вот так вот сверху, потому что могут быть какие-то ветки, снег, опять же, чтобы ничего у нас с вами на голову не падало. Теперь прямо вот так начинаем в раскачку. Вот, она уже треснула у основания. Корни у нее все уже сгнили, поэтому без проблем она у нас с вами сейчас уже и завалится. Вот в ту сторону. Главное чуть-чуть под углом отойти, не стоять вот так вот прямо, может спружинить, и смотреть, чтобы нигде там наверху еще ни за что не зацепилось. То есть вот без проблем, прям одной рукой. Вот наша дровина, вот опять же, кстати, да, вот этот вот лесной хворост очень нам пригодится. Мы их просто руками, опять же, обламываем, никаких ножей, ничего. Все делаем быстро, оперативно, все это ломается. Ну, просто так будет удобнее, чем вот такую вот боделину закидывать вот с такими вот ветками. Это все будет обгорать неудобно. Прям наламываем, это все пойдет в костер. В принципе, можно... Если уж вот так вот, то можно этот лесной порох с нижних веток и не набирать. Это все тоже довольно сухое. Ну вот у нас теперь полностью заготовка для дров готова. Нам этого будет вполне достаточно. Мелочь вот эта вот прямо берем порционно. Вот так вот. Она ломается где-то руками, где-то ногами. Пока ломается, ломаем. Дальше покажу. Вот, все. Уперлась, да? Ну, этого достаточно. Сейчас дальше наломаем. Вот у нас... Вот эта вот сушина, мы ее сейчас наломаем порционно. Можно в расщеп между деревьями, в распор ставить, ломать. А можно прям об дерево бить и все. Не надо ногами, вот это вот руками пытаться что-то себя где-то травмировать. Все это делается очень просто. Ох, красота! Ну, пару-тройку ударов и дрова готовы. В принципе, даже этого нам будет достаточно для кипячения воды, заварки чая. Ну, вот ту остальную можно в распор между деревьев и сломать. Теперь, ребят, вот обращаю ваше внимание. Я уже не раз делал на этом акцент, но еще раз, лишний раз хуже не будет. Значит, береста и от меньшего идем к большему. Вот такие кучки, поменьше, и уже дрова, соответственно, побольше. Все это мы делаем для того, чтобы потом не носиться где-то вот. Быстро вот это все хозяйство прогорает. Весь этот хворост. Вот чтобы потом не носиться по лесу, не искать каких-то дров дополнительных, а подкладывать
по мере разгорания костра. Вот это все должно быть у нас примерно вот так подготовлено. Нам эстетика сейчас не важна. И вот я и говорю, идем от меньшего к большему. С костром, как с маленьким ребенком. Как только чуть-чуть загорелся, потихонечку подкладываем. Ну, в принципе, все, сейчас можно уже его и запаливать. Делов-то. Вот она с полоборота заводится, что называется. Это береста. Правда, ребята, она, конечно, очень дубильные вещества, вот эти, они смола, она очень коптит, поэтому не нужно ей дышать особо. Все. Вот вам, пожалуйста, идеальная, я говорю, растопка. Естественно, вот забыл сказать, зажигалка, ребят, да, никаких там вам не надо этих огниво, каких-то чего-то. У нас штатная ситуация, мы на охоте, будто там в походе в каком-то вашем, привал, например, все, зажигалку достали, подожгли. Дальше все, как я говорил, от меньшего к большему. Потихоньку подкладываем аккуратно хворост. Он сейчас у нас быстро полыхнет. Вот вы увидите, почему это называют именно лесным порохом. Да потому что он прям занимается моментально. Приятный такой аромат хвои идет. А самый приятный — это пихтовый и кедр. Вот у него прям аромат такой у этой древесины.
Ну, ребят, примерно, если вам это все вот не показывать, не рассказывать, то без съемки, да, примерно минут 10 на все, про все там даже меньше. Сушину нашел, можно даже этот порох лесной не ломать внизу деревьев, а прям с сушины его наломать, береста и все, и костер есть. Это костер такой, он привальный, что называется, у нас привал. Вот вскипятить воду, да, я поставил, естественно, котелок, накидал туда снега, еще подкидываю, сейчас вот огонь так он шает, то есть нет такого сильного прям горения, и эту буделину я туда тоже кинул, он будет шаять, и как раз то, что надо, пусть вода прокипит нормально. Сейчас немножко поправлю, опять же, знатоки мне сейчас начнут там писать, да, не подвесил, ничего не поставил, ребят, ну, все тут стоит прекрасно, мне это рассказывать не нужно. Вот, поэтому, значит, вот так оперативно все это было сделано. Но давайте расскажу о древесине, потому что это как раз и является немаловажным моментом. Вообще, для чего, какая древесина, для каких видов костров подходит. Вот в данном случае елка, ну, она считается наименее приемлемой, прямо-таки скажем. Потому что, во-первых, она вот стреляет, видите, да, она очень стреляет, искрит, то есть близко садиться у костра нельзя. Может попасть на одежду, где-то прожечь, ну, испортите ваше снаряжение, зачем? У меня-то вот под этим маск-халатом костюм мембранный, и вот маск-халат его как-то защищает, так что не надо там тоже, вот мне пишут некоторые, вот зачем нацепил маск-халат, ребят, ну, во-первых, зачем, я охотник, это первое. Это все-таки маскировка, заяц, он, если что-то выделяется, движения какие-то посторонние, он осторожный зверь, это первое. Второе, это все-таки чисто утилитарные цели, защита от одежды, то есть костюма, недешевого, кстати, мембранного костюма, от вот таких вещей, например. Поэтому елка и, кстати, пихта, они, то есть пихта, лиственница, они довольно сильно искрят, вот будьте осторожны. Ну и плюс ко всему ель, она все-таки довольно быстро прогорает, она очень сильно отдает тепло, но она вместе с тем очень быстро прогорает. Поэтому для того, если вот вам требуется какой-то такой костер длительного горения, самое вообще считается наиболее по теплоотдаче и мощности оптимальное, это из древесины, это дуб. Дубы найти зимой не составляет труда, если вы не знаете, как он выглядит в зимнее время. Вот у дубов листочки он держит даже зимой практически, ну, он сбрасывает от ветра, но вот он их держит очень крепко, поэтому дуб-то вы уж точно определите. Дуб, друзья, является наиболее приемлемой древесиной для длительного горения и максимальной мощности, то есть теплоотдачи. Однако с дубом могут возникнуть проблемы. Во-первых, далеко не везде он произрастает. А во-вторых, это все-таки очень твердая древесина. И, допустим, вот подручными средствами, да и к тому же живое дерево пилить, рубить, ну, это грех, кощунство, зачем дерево портить. Найти вот сухой дуб, это тоже довольно-таки проблематично. Поэтому на втором месте идет береза, наша с вами любимая русская березка. Береза также является довольно мощными дровами, топочным материалом. Она превосходно отдает тепло, она длительного горения. Поэтому преимущественно используют березу. Правда, опять же, прямо стоящих сушин, таких вот берез, именно не трухи, а сушин, найти довольно крайне сложно. Наряду с тем, вот в хвойной тайге, в лесах, также является очень хорошим материалом для дров, это сосна и кедр. Сосна, кедр — это мягкие породы древесин, они также имеют, ну, это, так скажем, среднего горения, дрова для среднего горения. Как раз таки в тайге, где-то на привале, вот разместиться, вскипятить воду для чая, приготовить себе целебный лесной полезный напиток, перекусить где-то что-то, погреться у костра, даже вещи, какие-то одежду, снаряжение просушить, это все вот сосна и кедр, поэтому это преимущественно. Ну и дальше уже идет там пихта, елка как раз таки. Кстати, лиственница тоже можно отнести к среднему типу горения, то есть тоже наряду с сосной и кедром
Но правда, опять же, она искрит. Вот видите, елка искрит и пихта. Ой, это лиственница искрит, пихта. Да что ж это? Да они все, в принципе, но меньше всего, конечно, сосна с кедром. Пихта тоже такая. Ну, пихтовый аромат, кто знает, кто таежные походы, ребята, те меня поймут. А теперь о видах костра. Вот, ребят, не нужно... Вот мы сейчас на привале, да, у нас... Такой охотничий поход у меня сегодня, поэтому мне не нужно принципиально заморачиваться каким-то видом костров, там какие-то надьи, все вам вот это показывают. Ну для чего там? Какая-то эстетика нам не нужна, нам огонь нужен. Вот чай у нас с вами, да? Кстати, сейчас уже надо будет забрасывать туда, чтобы вода прокипела. Сейчас я его поставлю, прирусь маленько и заброшу туда наши полезные компоненты. Ребят, я такой чай уже готовил, вам показывал, когда в прошлом году добывал огонь с помощью искры, ножом и камнем. Опять же, материал по ссылке в описании, изучайте в нештатной ситуации. Так вот, я использую, вот опять же, собрал немножко чаги, нашел. Она влажная, эта чага. Здесь же нарвал еловой иглы, хвои и сосновой коры. Сосновая кора вообще полезна очень, она для сосудов, то есть нормализует давление, классная штука. Ну, хвоя — это вообще природный антисептик считается, иммуностимулятор, природный антисептик. А о полезных свойствах чаги, ребят, я уже тоже материалы снимал, и опять же, кому интересно, на канале уже набралось, знаете, сколько этого добра. Там, как мне пишут, кладезь знаний, ну, спасибо за такие лестные отзывы. В общем, изучайте. Опять же, оставляю все по ссылке в описании. Сейчас забросим в котелок. Снял котелок. Да вода тут уже давно закипела. Ну, прям берем чагу нашу с вами. Хвою. Все туда пойдет. Кора. Я не знаю, дым, не знаю, видно там, что-то видно. Этого мне будет достаточно, чтобы сейчас восстановить силы после такой вылазки по этому зайцу, которого очень мало. Нам, в принципе, сейчас не требуется, чтобы это все кипело. Я вот так вот в сторонку немножко поставлю. Даже поменьше углей здесь. Оно должно немножко так вот побульки, даже не кипеть, а просто завариваться. Можно сказать, что просто завариваться. Прикрою вот так, чтобы крышкой. Вот. Крышка встала. Опять же, ребят, ну вот кто, да, вы детали любите, замечайте детали. Видите, как я вот поставил? Не просто же так я вот этот вот котелок именно вот так ставлю, именно вот так крышку, да. Конечно, сейчас там армейцы начнут. Вот, ты там из нее чай пьешь, это вообще-то столовый прибор, это тарелка, это понятно. Все, ребят, я же как бы человек-то, я же человек-то тоже служивый. В данном случае именно вот такое использование, потому что потом же вот за эту ручку можно будет очень прекрасно взять, где у меня тут эта дубина была. Да вот. Прям мы ее потом берем и снимаем. Ну, разобрались вроде с заваркой. Давайте дальше ликбез по поводу видов этого костра. Ну, вот сейчас вот на привале что-то накидали мы, да, вот эту елку. Поставили котелок, заварили, попили чайку, собрались, затушили. Собрались и ушли дальше себе по делам в лес. Конечно, понятно, если речь идет о какой-то длительной стоянке зимней, ну, надо понимать, что вы к ней готовитесь. Вы же не просто так пошли в лес без ничего, да? То есть вы идете, у вас снаряжение, палатка, зимний теплый спальник, если вы собрались с ночевкой идти. Какое-то что-то проскочило беленькое. Я думал, зайка, что ли? Да нет, может снежок так. Уже зайцы, видите, мерещится. Все жду. Ну, ладно. Так вот, у вас снаряжение специально подобрано под сезон, поэтому вам, в принципе, этот костер тоже для чего? Для того, чтобы приготовить еду, для того, чтобы там вскипятить воду, просушить снаряжение какое-то.
Он вам нужен только для этого. То есть греться у него ночью вы точно не будете. Вы будете греться у себя в зимнем спальнике, в нем, застегнувшись полностью, с носом, с лицом. Вы не будете сидеть всю ночь у костра, вам отдыхать нужно. У вас каремат хороший, теплый, некоторые даже надувные какие-то матрасики таскают. В зависимости от того, насколько вы крепкие и готовы пройти там десятки километров по жесткому снегу на лыжах. Еще и волокуши вот ребята с собой тащат со шмурдяком. Но некоторые, что, некоторые, кто на снегоходах пробирается, так тащат с собой в волокушах эти палатки там с печками длительного горения. Пожалуйста, у вас уже печь даже в палатке. О каком костре, о какой надье? Вот эти все надьи там из двух, из трех бревен, прекрасные костры, просто замечательные по длительности горения, по теплоотдаче. Они действительно согреют там любого, в принципе, замерзающего путника. Но опять же, где-то на какой-то большой стоянке, когда у вас большой лагерь, много участников вашей экспедиции, допустим, да, пожалуйста. Так обогреться у него, чтобы, опять же, не бегать там с этими дровами, не мучиться. Всегда пожалуйста. Но, опять же, ночевать около такого костра, вот вам говорят там какие-то экстремальные. Ну, пусть выживальщики дальше там делают себе эти костры. Нам, вот вы представьте, вы прошли, вы один в этом даже вашем походе. Вы один там натопались, прошли. И вам теперь надо еще, что, заморачиваться, значит, с этой надьей? Или вы там бензопилу, что ли, с собой таскаете, чтобы это все еще пилить, рубить, колоть, не знаю. Вот, натаскали, оббили там об дерево на порционные эти дровины, накидали, запалили костер, все, у вас огонь есть, задача выполнена. Вода, еда, пожалуйста, готовьте себе, сушитесь, грейтесь, что хотите, ребят. Именно поэтому я и говорю, что это, конечно, все правильно, полезно в качестве там какой-то информации для общего развития, но на практике, в реальных условиях, вот этим заморачиваться никто не будет, поверьте мне. Самое оперативное, это вот именно вот такой вот костер, причем не надо там как-то вот эти, кто-то там пил, это пары, ничего, это лишний вес, ребят, вы поймите, лишний вес, вот мне для охотника, я еще и съемочную технику таскаю, эти штативы, камеры, ну вы представьте, это у меня тоже нагрузка какая, я бы с удовольствием налегке бы вот так бегал, костерок, зажигалка и береста, накидал туда вот этих дровишек и все. А вот так вот еще представьте с собой топоры там нести, пилы. Ну, как-то сомнительно это удовольствие, всю эту тяжесть таскать. Чтобы и то ради того, чтобы вот это все, вот эти вот дровишки были эстетичными, чтобы вы их покололи. Ну, зачем? Накидали. Опять же, если вы, допустим, собираетесь ночевать, да, зимой в палатке, в спальнике, вам этот костер, в принципе, на ночь нужен только для того, чтобы там, ну, допустим, отпугнуть дикого зверя, да. Если, ребят, вы решили повыживать, ну, пожалуйста, только смотрите, чтобы это не навредило вашему здоровью и здоровью окружающих. Делайте по уму все, заморачивайтесь с надьями, с какими-то кострами, колодцами, еще там бог знает чем, там стройте себе вот эти шалаши, там укрытие, мох, снег, ночуйте себе на здоровье в сугробах, только ночуйте грамотно, потому что случаи уже летальные имеются. Также посмотрев каких-то выживальщиков, люди вот так вот и погибали, поэтому с этим не рискуйте лучше. Вот, пожалуйста, вам костер. Опять же, если вы идете не вот как я сейчас, да, поход какой-то охотничий, а вы идете целенаправленно в ваш поход лыжный, допустим, зимний, то берите с собой баллончики эти Кавея газовые, это прекрасные горелки, там температура там более 800 градусов, то есть это фактически фазген. Вы им запросто подпалите все это, они просохнут, и костер вы разведете всегда. Берите, потому что, ну, все-таки тут важна оперативность получения самого костра, не открытого пламени именно, а костра. Поэтому это в два раза сократит вам физические силы, ваша нагрузка, учитывая, что зимой у нас, ну да вот, уже у нас солнышко-то так к закату, красота там на фоне, сейчас уже облачка такие пошли, ребят. Учитывая, что дни короткие, и вам ночью вот этим заниматься потемну, ну, смысла не имеет, да, баллончики эти хорошо. Для меня это не нужно, потому что мне вот в данном случае, вот, да у меня уже чай готов, я его сейчас буду снимать, так как я думаю, что перекипит.
перекипать ему совершенно не нужно. Не обязательно. Сперва снимем, потом будем тут крышку. Так, ну что, ребят, смотрим, что у нас там получилось. Ох ты, и дым сразу. Ну, там нет, это красота. Я такие чаи уже не раз пробовал. И вам еще раз, вот лишний раз показать, как можно. Это, конечно, все вот это горячее. Сейчас вот так вот прям рукой, хотя, в принципе, не нормально, можно и прям рукой вот так вот брать. И, ну, смотрите, и цвет какой, да, чага заварилась, хвоя заварилась. Так, это мы вот прям сюда вот так поставим, чтобы у нас он просто теплый был. Ну и, ребята, приятного, не аппетита, наверное, ну, аппетита, да, чаепития. Фу, горячий. Это ни с чем не сравнимый аромат. Вот ощущается хвоя. Как раз таки кора сосны дает свой определенный тоже эффект. И чага, конечно. А внешний вид, видите, выглядит практически, ну, как обычная чайная заварка. При этом это не сено покупное, это настоящий, очень полезный чай. Здорово. Вот когда с детьми особенно выбирайтесь просто так вот, не ради чего-то там, ради каких-то походов, не знаю, да вот так вышли в снега, в лес, морозец и огонь. Две вещи, казалось бы, да, такие, которые прямо заряжают какой-то энергией, я вам скажу. Приятно. Ну вот у меня такая, ребят, философия, в общем, можно так сказать. По охоте ноль сегодня, зато, видите, показал вам, как максимально быстро разжечь костер, который до сих пор горит. Вот эти угли замечательные, на них можно что-нибудь жарить запросто. Был бы заяц, пожарили бы. Касаемо материалов дальнейших, у меня сейчас, ну, в жизни обстоятельства такие, которые часто не позволяют выезжать, снимать. Это все пройдет, все будет нормально. Я не буду забрасывать ни канал, как мне там пишут, куда пропал. Нет, ребят, ну, у всех жизнь штука такая и часто несправедливая, что называется. Только не вздумайте там себе предполагать, что я как-то вам на что-то жалуюсь. Нет, просто меня спрашивают, Юра, когда там новое видео, куда пропал, видео там с охоты, либо вот такого плана, какие-то заметки охотника, там, советы. Или армейские какие-то вещи. Ну, все это будет. Я никуда не пропадаю. Говорю, просто некоторые обстоятельства в жизни сейчас такие, что часто не получается выбираться. Ну, ребята, и также в преддверии Нового года хочу вас поздравить с наступающим. Большущей вам удачи хочу пожелать во всем, во всех ваших делах, начинаниях каких-то благих, я надеюсь. Благополучия семейного вам, счастья, здоровья. И крепчайшего здоровья вам и вашим семьям, детям, родителям. Достойно отпразднуйте, встретьте, проводите старый Новый год, встретьте новый. Пусть он вам принесет в два раза больше положительных эмоций, чем предыдущий год уходящий. Ну, наверное, вот так вот буду я заканчивать. Уже так немножко темнеет, но закат там, ребята, конечно, там просто красота. Сейчас мы свернемся и усвояси. Такая вот зима у нас. Здорово. В этом году снега много. Еще раз с наступающим вас всех Новым годом. Спасибо, что смотрели. Ну, вот такая у меня зарисовка. Надеюсь, эти материалы кому-то из вас окажутся полезными. Большущей вам удачи еще раз. Ну и пока увидимся. Буду я сворачиваться. Еще идти, конечно. Топать, топать.